Меня зовут Алина Теплова, я представляю проект «В мире ученых». В жизни я актриса, преподаватель по актерскому мастерству, создаю видеоролики для молодежных мероприятий совместно со своим напарником Тимуром. Мне всегда были интересны люди, особенно умные люди, которые уже в молодости как-то себя реализовали. И для меня они вдохновение. Хочу показать, как они живут, как они мыслят и о чем мечтают. Таким образом зародилась идея проекта. Потому что я считаю, что о таких людях нужно знать. Своим примером они демонстрируют другую реальность для студентов, для которых студенческая жизнь — это, конечно, может быть весело, но общая тенденция у них — это положить диплом в стол и идти работать не по специальности, а в какую-либо контору. А наши герои через свой пример, они будут показывать возможности, которыми они когда-то воспользовались, и рассказывать о своих действиях, которые привели к тому, что они работают в крутых компаниях с достойным условием труда и ведут свою исследовательскую деятельность. Что мы уже сделали? Во-первых, мы уже своими силами сделали ролик, и он набрал 6000 просмотров. Герой ролика — молодой технопредприниматель из компании Техноспарк. Это новая история для России, первая компания, которая выращивает стартапы. Это тоже один из тех путей молодого ученого, о котором пока мало кто знает. А также наш проект уже собрал часть денег из краудфандинга, народного финансирования, что показывает, что наш проект востребован. Мы покажем, как наши герои сделали выбор между наукой и работой в технологических компаниях. Где-то это будет вау, как круто, и жизнь мечты, а где-то это не будет совсем так, но в любом случае это другая реальность, которую должны знать студенты, и не думай, что это им даже не светит. А также важно, что через их истории мы покажем места в России, где классно работается и где Russian Science делается без прикрас. Да, такие места есть, и мы будем их показывать. В частности, откроем тайну, мы едем в Биокат, который делает вакцину от ковида. Марс, который известен шоколадными батончиками и кормом для домашних животных. Сплат, товары для бытовой химии он делает. Мы рекомендуем просмотр нашей ролики для студентов естественного и технического профилей. Продвигаем молодого ученого.